Всем привет, ребятки! Хочется порассуждать сегодня на одну такую тему, как кажется мне, интересную. Я часто слышу выражение: скоро типа будем платить за воздух. Ребятки, я вам скажу свою точку зрения. Да за воздух платить — это нормально. То есть даже вот, знаете, такая ситуация, что, к примеру, у нас в стране садят деревья молодые, да, которые вырабатывают, конечно, воздух нам хороший, благоприятный, чтобы мы дышали. То есть даже они и помогают нам на планете, ну, в частности, в нашей стране, не знаю, в соседних странах тоже, скорее всего, так делают. Нам помогают они сделать чище воздух, настоящий воздух, и мы им дышим. За него платить налог — я согласен. Давайте вводите налог на воздух, я согласен платить. Это нормально. Я даже считаю, что это нормально. Знаете, вот такая тема есть, что мы платим налог ни за что. Вот. То есть вот такое есть, представляете? Ну, такой пример очень простой, не знаю. Покупаешь себе участок и приватизируешь. Или сразу приватизированный участок. То есть приватизация — это такая часть собственности, где ты уже хозяин полностью. Типа говорят, все, ты полностью хозяин. Но ты покупаешь участок и платишь за него ежегодный налог. Платишь и платишь и платишь. Сейчас осень, плачу. И вот вспомнил про эту тему. Думаю, ну реально платишь. Хотел сказать за воздух, но за воздух я уже пояснил выше. Вообще ни за что, просто ни за что. Ну это еще тоже ладно, это придумали, типа, что их земля, к примеру, хоть наша, людей все, вся земля, да, типа. Мы покупаем себе приватизированную, это наш кусок земли, за который ты не должен платить. Но это твой же кусок земли. Но они пошли дальше. Вот ты берешь на своей земле, ставишь дом, сам строишь из соломы, из говна коровьего, ну знаете, вот берем коровье говно, лепим соломой, сушим его и ставим стены, там облепляем, делаем стеночки, формируем. И даже ты, к примеру, из коровьего говна построишь дом, ну из чего хочешь, неважно, это уже, говорится, дело твое, из кирпича, из говна. Ладно, строишь свой дом, вызываешь ребят с БТИ, чтобы они тебе обмерили твой дом. Это им надо, тебе это вообще не надо. Это они придумали такую систему. Обмерили твой дом, за это платишь им баксов 100-200, не знаю. Они тебе все обмерят, посчитают, и теперь выдадут дом. О, у вас есть дом, держите документ. Так, ребята, этот документ нужен вам, мне он не нужен, это мой дом и так. Мне, говорится, бумажка пойдет, мой дом, все. Но для чего это все делается? Чтобы потом ты ежегодно за него платил, за этот дом. То есть я построил свой дом за свои деньги. Полностью построил сам. Ну, неважно, не сам, к примеру, нанимал кого-то, неважно. Но полностью сам. И теперь плати налог. А вы говорите, за воздух. Да ты уже давно платишь и за воздух. И за воду, хотел сказать. Да, короче, за все ты платишь давным-давно. Так что, ребят, ну это настолько смешное выражение, когда уже будем платить за воздух, что, ну вот, вот так я пояснил.